Мені приємно сьогодні бути присутнім, тому що тут сидять бізнес-об'єднання, і мені приємно відчути себе частиною чогось більшого. Да? Впливові організації, які впливають на Україну. А яка мета у нас сьогоднішньої зустрічі, яка тема? Ну, ви всі працювали протягом програми, ви працювали з питаннями лідерства, ідеї, стратегії, трансформації, правильно? Ми говорили про всі ці речі. І сьогоднішня мета у нас буде, вона відбувається тематично. Ви знаєте, що я долучаюся до вашої програми, коли я модерую деякі події. Сьогодні я так само буду модерувати подію. У нас є спікер, який на прикладі, на власному прикладі, готовий показати, яким чином у нього зароджувалася ідея. Як ця ідея імплементувалася в бізнес-середовище, як відбувалася трансформація компанії, які наслідки все це має, які виклики, з чим стикалися і так далі. Тобто, наша мета сьогодні подивитися на один з кейсів по трансформації бізнесу. Чим цікавий цей кейс тоді для нас? Він цікавий тим, що ми в єдиному смисловому полі, термінологічному, да? Тому що людина, яка буде представляти свій кейс, це так само учасник навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі, ми говоримо єдиною термінологією. Чим цікавий цей кейс? Тому що його можна не просто помацати, я маю на увазі не учасника, який буде представляти, а помацати цей бізнес, він знаходиться в Києві. Да? І, напевно, це буде трохи так приємно для вас, тому що ми будемо говорити про пивний бізнес. Да? Вечір, четвер, а завтра п'ятниця ще більше. Четвер, тобто ще п'ятниця. Да, майже. Тому це може бути цікаво для вас перевірити все на практиці. Ми вже перевірили, що я подозрюю, вже не буде. Да? Окей. Уже... Зараз перед защитою були. А? Ви до защиті лісу. Супер. Супер. Добре. Тоді у вас, можливо, будуть певні коментарі. І сьогодні собираю. Окей. Друзі, тому я хотів би зараз представити спікера нашого, Андрій Єлісєєв. Андрій є учасником президентської програми PMBA 14. Він навчається вже протягом одного року в Києво-Могилянській бізнес-школі. Але до цього у Андрія були такі всякі інтелектуальні ін'єкції на різних програмах. Так? Ось тут буде Андрій. Яким чином ми будемо взаємодіяти? Да. У вас інформація про спікера є більш детальна. Ви можете подивитися, почитати. Який формат буде у нас взаємодії? Я пропоную зробити наступним чином, що приблизно, напевно, протягом до години часу ми будемо розповідати, Андрій буде більшості розповідати, а я буду втручатися в його розповідь для того, щоб сфокусувати увагу на певних моментах. А далі будуть питання-відповіді. Окей? Погоджуємося. Тоді ми почнемо працювати. Андрій, з свого представлення, я зараз як технічний асистент запущу презентацію. І ми зможемо. Окей, є. Презентація. Мені здесь нужно находиться, да? Так, як зручно, я буду збоку для того, меня щоб. Не смущає, що тільки один фільм. Здравствуйте, мене зовут Андрій, я предприниматель, ресторатор немного, но більше я бізнесмен, наверное, все-таки. Чем ресторатор, мой бизнес связан с ресторанным бизнесом. Я сейчас попробую быстро и сжато рассказать наш путь, который нас привел к трансформации, и как у нас получается запустить трансформацию, как мы ее сегодня сопровождаем, она еще не закончилась. Мы находимся в процессе в этом. И потом с удовольствием можем обсудить все вопросы. И это в 2011 году примерно вот так выглядела компания наша. И в 2015 году мы начали трансформацию. Трансформация, когда мы начали, было два ресторана, был бренд пивная номер один, было около 80 сотрудников. И на сегодня это мы выглядим вот так. У нас три ресторана, два
новых бренда, один старый остался. Мы его сейчас тоже проводим ребрендинг. У нас 340 человек и 500 000 посетителей в год. Окей. А може тут трохи от затриматися, бо так дуже швидко ми нібито говоримо. Є загальна картинка, да? От з 2011 року по 2017 пройшла певна еволюційний або революційний шлях розвитку. 2015 рік. Чому саме от початок трансформації в 2015 році ставити? Вот это, в общем, была вся бизнес-модель наша. Ну, мы там пиво, еду меняли на деньги. И, ну, в общем, проблемы у нас с бизнесом, ну, в общем, не было. Но появилось какое-то чувство, что мы что-то делаем не так. Мы начали расти, да, как-то, чуть-чуть. Но мы не могли понять, ни в каком бизнесе. Ну, мы даже вообще не знали этого вопроса, если честно. В общем, удовлетворение пропало и стали попадаться там разные... Але, Андрей, да. Назад. Але при этом бизнес был прибутковый. Не, он прибыльный был, да. Но, ну, первая идея, которая у меня возникла, это как из него выжать полный максимум, да. Я чувствовал, что максимум не выжимается. И, скорее всего, это первая идея. Я начал читать, интересоваться, смотреть путь разных компаний, там, читать. Ну, общую литературу бизнеса, она там очень доступна, известна, так сказать, бестселлер. И... Тобто ми говоримо про те, 2015 рік, бізнес успішний, бізнес прибутковий, але є розуміння, що щось не так, да? Ну так, да. Ну, чим більше читаєш, тим більше. Знання примножують скорботу, да? І ми всіх попереджаємо, хто заходить на шлях навчання, що це може бути дуже некомфортно далі. Да? Щось таке відбулося. Цікава бізнес-модель, все нормально, ну, всі задоволені. Ну, на самом деле, на сьогодні працює так около 99% всіх ресторанів в Україні, і не тільки в Україні. І це ок. І, ну, в общем, ні у кого боль це не визиває. Якщо багато не читати, не вчитися, то все, в общем, нормально. Okay. Так, потом мы попали чудом в Киево-Могилянскую бизнес-школу, и попали мы на курс, я все время забываю, стратегия. Школа стратегических змін, да. Да, школа стратегических змін. В общем, там прям все про нас было, и мы тут сидели с исполнительным директором с моих, и у нас где-то там каждый час-полчаса увольнялись люди, потому что мы прочитали очередную книжку по мотивации какую-то, и, в общем, запилили все, как видели. Работало плохо. Ну, работало плохо, да, но мы стояли на своем и продолжали мотивировать так людей. Потом очень произвела большое впечатление вот эта книга, которая тоже побудила что-то делать. Эта книга и на сегодня, вот эта книга, это вообще, ну, как для меня она описывает то, как должно быть в идеале. И я, к своему счастью, послушал Володина выступление, и это был основной такой толчок к тому, что можно что-то сделать и поменять. А, тобто у нас зараз відбуваються, бачите, рольові ігри, да? Зміна ролей. Два роки тому Володимир був гест-спікером на програмі «Школа стратегічних змін», де він ділився своїм досвідом ведення трансформації, да? Бо Володимир працював якраз так само з впровадженням певних змін. Він ділився своїми думками, Андрій був отак сидів, як Володя. Я увидел живого человека, хто це зробив, да, или начал. Делать. Ну, это самое неизгладимое было впечатление, я очень благодарен. Так, мы начали То вы начали шлях трансформации. Да. После того, как попали в бизнес-школу, начали думать и сделали певні кроки. Да? Угу. Какие кроки вы сделали? Мы провели диагностику. Тобто, щоб навіщо ви проводили діагностику? Щоб понять, що на каком вообще, в каком ми состоянии знаходимося, ми не могли даже рассказать, этого описать. Ну там, начинать от того, що структури не было. Ну, она была какая-то, но у каждого там бухгалтера по-своему видел, я по-своему. Чтобы понять вообще, где мы находимся, что происходит с компанией, нам нужна была диагностика, продиагностировать эту историю. Мы ее провели 3 дня, мы там на 3 дня арендовали мы там помещение, закрылись, да, грубо говоря, там человек 15, у нас было 17 ключевых сотрудников, и мы
большую работу провели, мы выявили 173 точки. Это что не так, недостаточно, непонятно. В общем, то, что мы хотели бы изменить или улучшить. Тобто це було, Андрію, правильно розумію, що це було, напевно, перше в житті в компанії, в історії компанії, коли ви на деякий час закрилися і почали говорити про те, окей, а що нам, куди ми йдемо, да? Да. А, що у нас не так, якщо ми кудись йдемо. І почали домовлятися між собою, в чому проблема, да, на сьогоднішній день. Да, ну, это звучит прикольно и красиво, но это все очень сложно, нервно, в общем, особенно для собственника. Это такой процесс, он, ну, достаточно необычный. Я там весь блокнотик изрисовал какими-то каракулями, потому что нервничал, сидел постоянно. И все на самом деле оказалось не так, как я себе видел. И даже те люди близкие, которые, я думал, что я все понимаю, представляю, как они видят компанию, оказалось, это не так. И, ну, зато это дает очень хорошее понимание, где ты находишься без всяких, без преувеличения, там, без преуменьшения. Мы потом структурировали результат, мы его структурировали на проблемы с культурой компании. Она культура, я думал, все, нету культуры, но она есть в любом случае. Не бывает такого, что культуры нет в компании. Она есть, просто она бывает. Культура, да, такая, которая поможет вам идти вперед, двигаться, меняться, да. Есть культура, которая... У нас была такая, которая не помогала. Структура, стратегия, операционные процессы и результат. Мы создали лабораторию развития, мы ее назвали. Это такой мы сделали как дополнительный орган, который... Тобто, яка задача цього органу, який ви створили? Он, по суті, займався рішенням вот этих, і займається на сьогодні, рішенням вот этих проблем, которые есть, да, точки, так, не проблемы, а точки роста. Мы собираемся раз в две недели, берем там 2, 3, 4, в зависимости от того, от их несложности, от загруженности команды. У нас там 5 человек находится. Мы выбрали, там есть разные способы, как вести это можно. Можно там жесткая проектная логика бывает. У нас это все по agile сделано. Нам так проще, нам так веселее оказалось. Мы делаем кроссфункциональную команду под каждую задачу. Ну там любая задача должна, в команду входит под любую задачу люди с полностью с компетенциями, и со, которые могут решить ее полностью от и до. Там, тобто власть. Це певна методологія роботи з командами, да? Ви так, да, використали? Она тоже скрипела где-то полгода, год, ну полгода точно она очень сильно скрипела, потому что оно не получалось все так, как мы задумали, но ну, там, при определенной настойчивости и энтузиазме это все можно запустить. Она менялась, она изменялась от проектной, она у нас запускалась как там, по сути, на проект было похоже, да, с чеками. Сейчас это agile, то есть мы задачу определили, команда определила, сколько у нее займет это времени, ресурсов, и занимается. И сейчас сдается все точно в срок, сдается в том виде, в котором мы хотим это видеть. У нас обсуждения уже превратились в диалог из моего монолога. Первые полгода это было, в общем, больше на это похоже. Тобто лабораторія розвиття, вона і має таку назву, що вона управляє розвитком, да, розвитком компанії. На сьогодні це часть компанії, яка як будто одна там вже була у нас все время, ми к этому привыкли, і це вже ок. І вторая проблема, це не було стратегічної ідеї, і що це таке, теж ми не знали, і я пішов вчитися на школу стратегічного архітектора, це замечательно є тут... Программа такая, она 4 месяца занимает, она очень сжата, и ну, для меня, на меня она произвела колоссальное впечатление и пользу. У меня родилась стратегическая идея, родилась ну, как раз, Андрей, визия. Зараз, да. Вы так говорите, так, дуже швидко. Родилась, пошел, и она сразу родилась. Да? Нет, я не мог понять ничего. Я чему про це говорю? Тому що тут люди так само слухали стратегічну ідею, правильно, да? І далі намагалися намалювати щось, намалювати. Да? І після цього те, що народилося, його довго били, наскільки я знаю, да? Те, що народилося, його там перекраювали, намагалися поставити. Тобто це болісний процес. І от в результаті цього болісного процесу, от скільки зайняв він у тебе, от цей процес? Ну, 4 місяці мінімум, це тільки. І потім ще, мабуть, місяць.
Для того, щоб доточити її. Ну, взагалі 4 місяці. Дуже інтенсивно це все було. Да, я дуже багато, я вже нічим більше по суті не займався. Жена на мене в це время дуже сильно злилась, тому що я вообще повністю погрузився в цей процес, я постійно рисував, писав, я дуже довго не мог зрозуміти саму логіку клієнтського ряду, ну, він мені дуже складно дався, і я робив дуже багато ітерацій. Вони у мене всі зберігалися, ну, пару вот таких толстих тетрадок я і списав, візія взагалі у мене не могла родитися, я не мог зрозуміти. Ну, я тестував на всіх, всі, хто мимо кабінету проходив, в кабінет заглядував, я всіх дергав, говорю, як тебе це заводить чи ні? Оп, ні, погнали далі. Я там крутив клієнтський ряд, у мене він... Ну, саме для мене складно було це зрозуміти логіку цінності. Да, то есть у меня постоянно там была на какая-то... Продуктовые ценности, да, правильно? Как да. створюється продукт, сам продукт как створюється? Угу. Ну, я понял. В общем, тут все решает для меня количество итераций. И на сегодня тоже это количество итераций. Я на сегодня сделал, чуть видоизменил там стратегическую идею, у нас появился и новый клиентский ряд, и это все равно количество итераций. Новый клиентский ряд у меня примерно столько же, 4 месяца я его делал, просто уже... Я себя не ругал за то, что это 4 месяца, я уже знаю, что это быстрее у меня там, скорее всего, не получается. Я его нарисую, он полежит, я посмотрю, поговорю о нем, опять возьму, нарисую, он полежит. Там. В общем, это процесс, на самом деле, он для меня... Итерации. Да. И как... постоянных змин, правильно? Да, понимание, можно... осознание и сбора информации извне. Давайте подивимося, что народилось в результате. У нас... Наша визия – это мы национальный лидер, сильный глобальный, он тут недавно… Окей, чомусь воно не показує повністю, не знаю чому. Окей, давайте зараз, хвилиночку ми… Зараз ми спробуємо ось так перейти. Окей, щось більше, да? Показує зараз. Национальный лидер, сильный глобальный бренд в нише пивных ресторанов, который создал современную украинскую культуру потребления пива и поставил ее на мировую карту. Это наша мечта. Окей, давайте зараз на цьому трохи зупинимося. Давайте. То візія, ви себе бачите в ролі національного лідера, да. у якого є сильний глобальний бренд, в якому бізнесі? В бізнесі пивних ресторанів. Да, так, в этой нише. Позиционируете в такие ниши. У нас тут написано каждое слово. Тут самое важное в визе, чтобы все в компании понимали каждое слово, о чем оно. Если каждое слово непонятно, то тогда, в принципе, ничего не понятно. У меня есть моя презентация для сотрудников. Я ее делаю каждую неделю по понедельникам для ключевых, там, кто, грубо говоря, в сервисной компании находится. И там мы визию сначала, потом каждое слово расписано, и там национальный лидер, это мы видимся лидером там, по посещаемости в сегменте, по проливу пива, по рейтингу там, NPS, да, по силе бренда, все такое, сильный глобальный бренд, да, это там описаны страны, куда мы будем выходить, что для нас значит быть сильным глобальным брендом, и главное, когда мы определим, например, в конце концов, что это случилось с нами. То есть это очень важно для понимания, что каждое слово имеет значение, и оно... Это має очень важно. Визначення внутрішнє, да? Да. Воно для між собою ви домовилися, що таке національний лідер, що таке сильний глобальний бренд, да? Що таке пивні ресторани. Ви для себе зробили це визначення. Вона немного видоизменилась, візія, вона чуть-чуть по-другому звучала, і коли ми займалися її, коректували немного, то где-то 2 місяці ми її написали на доске, і вона була у нас в залі, там у нас є великий зал, де все постійно встречаются, разговаривают, и мы ее меняли потихонечку. Там. И, в общем, доточили ее. Да? Про современную украинскую культуру потребления пива ее нет, к сожалению, на сегодня. И истории нет у нее как таковой. То есть на сегодняшний день, правильно я разумею, в Украине не существует украинской культуры споживания ну, пива? Да, правильно? То есть мы не можем на сегодня открыть ресторан пивной там, в Америке и сказать, ребята, это украинская пивная культура. То есть у нас есть там микс кого-то, чего-то, но по факту нет. Ну там тоже. Да, поэтому. В общем, мы над этим работаем, да, это мы себе замечтали, мы понимаем, что это не быстро. Мы, конечно, быстрые, как все ребята, мы хотели это быстро реализовать, придумать. Мы решили, что если никто об этом, то есть если ее нет, то что мы скажем, то и будет. Ну, в общем, это не... А на скільки років ця візія розрахована? Это на 10 лет. Тобто ви ставите для себе амбіційну мету на 10 років
створити таку культуру споживання пива, правильно? Так. Да. Нам це цікаво. Це дозволяє нам постійно... Тобто це драйвить не тільки вас, а тих, хто проходить повз вашого кабінету так само. Так, да, я надіюсь. Не українську культуру, да? То нас говорить, чеська культура потрібна. Ні, українську. Українську, так. Да, ми... В Украину мы привозим лучшее, лучшее со всего мира, да, мы собираем лучшее, что есть о пиве. Да, и мы хотим у нас что-то нащупать. Ну, на сегодня в продуктовой логике это очень сложно с самого точки зрения, если на пиво смотреть, то мы своего ничего не варим. То есть пива украинского нет, у нас нету хмеля даже, да, своего. То есть, вот как только мы начнем его выращивать, сейчас есть ребята, которые собираются это делать. Кстати, они тоже учились. Да, я этих ребят встречал недавно тут в Киево-Могилянской бизнес-школе. Они вроде как тоже у них амбиция большая там выйти. Они выходят уже на глобальные рынки, они начнут варить украинское пиво. Это то пиво, которое можно взять, приехать с ним, открыть там в Берлине паб, открыть в Нью-Йорке паб, открыть в Майами паб и сказать: ребята, это бокал украинского пива. Ребята, вот так в Украине выглядит сервис, это котлета по-киевски. Ребята, и так мы отдыхаем. Они, это не украинское пиво. Это пиво, оно ИПА может быть. Это может быть лагер пива. Там это они все компоненты покупают где-то. Ну, то есть такое же пиво варит. Солод закупается всегда только иностранный. Да? Да. У нас культуры солода нет сейчас. Ну, хмеля нет. Да, хмеля. Там основной вкус дает хмель. Нет. Окей, это условно. Это... Такое же пиво варит чешская там броварня по такой же технологии. Ну, и... У нас как-то в Чернигове есть броварная броварня. Да, есть замечательная хряка. Да. Да. И він навіть розробляє сам рецепти пива і, okay. Ну, тобто там такі... Але від спеціаліста ми зараз що чуємо? Давайте не в деталі входити, а що ми чуємо? У вас будуть далі можливість задавати питання, дивіться, що ми чуємо? Що немає культури, тобто немає своєї рецептури, немає своїх інгредієнтів. Немає своєї автентичності. Да? І тому лідер собі зараз, архітектор, да, стратегічний, ставить питання. Окей, мене це драйвить, щоб створити унікальну нову категорію, якої не існує на сьогоднішній день. У нас нету почерка свого. Ну, його, він відсутствує культурно. Ми підняли все, що було там, скільки можна було підняти, його немає, крім зелених пивних варків в Харкові. В совєтське время, ну, все. Окей. На этом у нас все закончено. Угу. Окей. Далее після візії ви сфокусувалися. Да, есть на ценностях. Это следующая большая проблема была, потому что сложно донести кому-то, что такое ценность. Все сразу начинают почему-то путать с духовными какими-то, там, с еще с чем-то. В общем, это целая история, на которую больше всего на сегодня уходит у меня, скорее всего, времени, как у... генерального директора, это на коммуникацию ценностей и ценности это то, что лежит в основе организации. Это культуры, правила жизни. Миша. Ну то есть это крупными мазками описывать то, куда мы идем. То есть делать такой фокус нам ценностный, грубо говоря, что мы делаем, что мы не делаем, как мы живем. Как вы взаимодействуете, да? Окей. Да. Это осознанная дисциплина, это для нас самая важная ценность, одна из самых важных, да, она первая у нас стоит, и мы хотим построить там культуру дисциплинированных хиппи, занимаемся этим, и нас это привлекает в такой способ, просто дисциплина никого не привлекает, а ресторанный бизнес, он сам по себе очень недисциплинированный бизнес, он плохо описан с точки зрения процессов, плохо описан с точки зрения организации. Всего. Ну, то есть, грубо говоря, с нуля. Следующая, а что, да. Что означает вот осознанная дисциплина? Вот вы все ж таки... Мы... Вот написано, мы разрабатываем и устанавливаем правила путем вовлечения ключевых сотрудников, а далее все это працюет для всех. Правильно? То, да. И никто это изменить не может. В общем, все правила это как... Ну, не изменить, а порушить. Да, да. Да. Если вы договорились это... діяти таким чином, то мы все так... Коллективная история. Если... У нас есть там электроны, ну, грубо говоря, социальная сеть внутренняя наша. Мы ее там на основе Битрикса сделали, она неплохо работает. И если кто-то видит, что нужно какое-то правило, то он в Битриксе публикует это. Там потом... Битрикс – это певна система компьютерная, да? Да. IT-решение.
И там можно проголосовать, если она набирает определенное количество голосов, мы потом собираемся, есть, у нас описаны 20 человек, которые обсуждают это правило, мы обсуждаем, есть 5 минут на защиту этого правила, 5 минут его опровергнуть. Ну, целая история, в общем, такая. Она не совсем сейчас она работает четко, как часы, но работает. И с появлением этой дисциплины было очень много того, чего, ну, ограничений, которые были не нужны в компании, мы их убрали, мы стали открыты к диалогу, ну, я в первую очередь, да, потому что, скорее всего, от меня все исходило. И достаточно много мы чего-то убрали, и само то, что многое лишнее отсеклось, мы уже стали дисциплинировать. То есть люди просто стали сфокусированы на чем-то, на том, что нам нужно, что для нас важно, ценно. Ну, с кем-то мы расстались, там, безусловно, это. Любая трансформация, она приводит к расставанию, да. Ну, это отдельная история. Дальше, клиентомания – это постоянно повышение уровня удовлетворенности клиента. У нас бизнес-сервис, мы вообще сервисная организация, мы там не про производство, это нужно понимать. И основная ценность, создаваемая рестораном, она в общении, она в досуге, она в том, что вы чувствуете. На самом деле, через еду это передать невозможно. Еда – это и напитки, это ядро продукта, которое делает этот бизнес этим бизнесом. Но ценность создается там чуть другая. У нас появилась целая сервисная стратегия. Мы сделали… Здесь есть преподаватель Анастасия Владимировичская, и она очень хорошо в этом разбирается. И мы уже второй год, наверное, с этим работаем, очень много сил на это уходит у нас. Андрій, да. можеш більш конкретніше сказати, от що це означає в практичній реалізації? От ця цінність, як вона працює в вашій організації, клієнтоманія? Що це означає? Після цього там, ми поговорили, поняли, що це не клієнта орієнтовано щось, ми цим не займаємося. Ми поняли, що... ну, взагалі ресторанний бізнес так устроєн, що виноват во всьому офіціант. Ну, по-любому, что бы ни происходило, но мы поняли, что если мы не станем, как компания, клиентоориентированной в первую очередь и сервисной к самому официанту, мы никогда через него ценность дальше не донесем. И мы сделали официантов своими клиентами. Потом мы поняли, кто обслуживает официантов, и сделали их своими. И на сегодня мы создали сервисную компанию, клиентами которой является там вся цепочка. Тобто це внутрішні дальше, клієнти внутрі компанії. Да? І це значить, що ми постійно, ми раз в 3-4 місяці пересматриваємо повністю той продукт, який ми производимо. В продукт ми вкладаємо все. Це і дизайн, і розвлечення, і сервіс, і їда, напитки. І ми це пересматриваємо. Ми для себе знайшли підходящу методологію, вона гибка, яка дозволяє раз в 4 місяці працювати з продуктом і швидко видавати результат. Ми по ній працюємо. Тобто ви працюєте, методологія, ви там такі IT-орієнтований, ресторан, але IT-орієнтований. Ми її взяли у IT-шників, да, вона називається Хакатон. Ми пробували з крамом чуть попользуватися, але він на самом деле, це чисто проєктна логіка. Хакатон, вона дозволяє рішити швидко задачу там, в течение 3-4 днів. Она требует определенного ресурса, концентрации, знаний. Там. Хакатон – это от слова «хакерский марафон». Вот. Она, в принципе, как по мне, если чуть-чуть доточить, она применима к любому бизнесу. И она спасает тем, что короткий срок, ограниченный бюджет, ограниченное количество человек делают определенную задачу, и она, по сути, получается юзабилити в конечном итоге. Okay. То есть мы уже… Вот у нас будет 4-5 апреля уже третий хакатон, и мы, очень нам эта история нравится. Дальше, инновационность, это про фокусирование на создании дополнительной ценности, и мы технологию сильно поменяли, да, исходя из этого, мы подходы к организации мероприятий поменяли. И на сегодня надо понимать, что в ресторанном бизнесе он сам по себе не инновационный. То есть мы можем только пользоваться инновацией, когда она уже достаточно стала дешевой, будь то IT-решение или будь то какие-то технологические решения. У нас нет того оборота в бизнесах, да? И мы более креативны, поэтому мы там... Возможно, мы... есть инновация ценности. Есть, да. Вот это, я мы... считаю, что главная инновация, которая есть в этом бизнесе. Тобто перезапуск продукту, правильно? Ну, да, другой продукт. Ну, инновация, она должна еще где-то и что-то удешевлять. Она не только делать лучше может, она должна работать и обратно. Но мы на сегодня построили
свою мы жарим полностью все мясо и рыбу сами, и у нас там, наверное, одно из лучших на сегодня с этой точки зрения производства. Мы коптимся сами, мы на сегодня, у нас колбасный цех свой появился, у нас система разлива пива на сегодня, она одна из самых больших в Европе, если не самая большая, я просто там не чекал окончательно, но в общем, мы над этим работаем, и мы потратили много денег там, на систему разлива пива, у нас на сегодня бокал на столе там появляется в течение минуты, это круто на самом деле. Мы добавили себе, изменили систему, подсмотрели у испанцев на больших пляжах там, систему обслуживания сервиса, да, сопротивление в компании было год где-то против нее, но вот год прошел, и мы по ней работаем. И щодо інноваційності ще, Андрій. Да. Якщо говорити про інноваційність, на сьогоднішній день ми так скромно пройшлися. Третій ресторан, який відкрився він на Лівому березі, да? Да, і це може бути таким прикладом інноваційного підходу. Ну, саме технологічний, да? В Європі. Ну, найтехнологічний ресторан в Європі, найбільший пивний ресторан в Східній Європі, так само 1500 квадратних метрів, ну, правильно? Портер паб, вони більше роблять, я не знаю, як. Ага. У них більше є. А скільки посадочних? 550. Да, це паб, ми говоримо, так? Да? У нас п'ятницю, суботу, очередь, лучше. Так, да. І при цьому сказали про те, що пиво розливається протягом однієї хвилини, але при цьому трубопроводи, пивні трубопроводи всередині ресторану, 3 км. Так, 3 км. Тобто довжина трубопроводів. Ми это посмотрели у американців проект этот зайняли. Окей. Добре. І мастерство. Это про постоянное обучение и про персональное развитие. Тут больше мы на сегодня понимаем. У нас тоже мы с этим долго. Мы сначала все учились быстро, потом поняли все. Учимся мы много, но не совсем эффективно, и поняли, что после обучения мы теперь стараемся ставить эксперименты с тем, что мы получили какие знания, и любой результат для нас хороший, то есть результат, который не привел к цели намеченной, он для нас такой же ценный, как результат, который привел к этой цели, потому что это наш опыт, он есть, и мы знаем, как не работает. Это на сегодня важно для нас, знать, как не работает. Та віддільна теж історія. Андрій, не спіш. А тепер от сказали про навчання, що ви багато вчили. А скільки ви вчилися там? Скажіть це в якихось там показниках денних, часових, тобто скільки от ви вчилися? Да. Або скільки співробітників, або що це багато вчилися? Від бюджету скільки ви там грошей виділяли на навчання? Один год где-то ми от оборота, от общего, от оборота около 4% потратили. 4% персонала. Да, но это очень много. В этом году уже будет меньше, потому что мы многому научились. Но, в общем, мы на это не жалели денег. И это много для ресторана. Это для любого бизнеса много такой процент потратить. Но тот эффект, который это произвело за один год, он поразительный. То есть о чем мы даже говорить раньше не могли, потому что у нас не было этих концепций в голове, мы ими не могли обменяться. Мы на сегодня там все понимают, что такое стратегия, все понимают, как это работает, все понимают, что такое маркетинг, все создает, все понимают, что такое ценность, корпоративная культура. Окей, тоді, якщо ви заговорили вже про можливості, там, ті, які раніше і не мріяли. Ми говорили, що ви входили в трансформацію, і у вас бізнес був прибутковий, да? Так. Але в результаті на сьогоднішній день, що це вилилося, наскільки я знаю? А ми далі подивимося, як ви це зробили. А можна вопрос? Так. Давайте зараз відповість на це питання. І після... Где-то 400%. Тобто ріст прибутку 400%. Да, без розширення ресторану. І, да, і при цьому ви виробничу базу. Да, два об'єкти були, ми її не увеличували. Виробничу базу, так? Да, да? Але раніше думали про те, що треба нібито там вистачало. Да? Сфокусувавшись далі в стратегічному фокусі своєму на клієнті, на продукті, про що ми зараз поговоримо, да? Ви змогли досягнути ріст. Тут і обучення, тут все вместе сработало, воно там по отдельності не работает. Ну окей. І Лілія, у вас питання, да? Так, ну. У мене вам тут як вопрос. Ви потратили достатньо 4% оборота, денег. Так. А на обучение своего персонала.
Сколько на сегодняшний день фактически из этого обученного персонала от вас ушло? Кто-то же отсеялся, они же не все остались. Отсеялись. На сегодняшний день проблема кадров самая важная. Ну там, например, отправил я учиться парня на HR. Он здесь отучился 7 месяцев. Я платил за это. Он вернулся. Через полтора месяца я понялся. Да. Он поехал, сейчас успешно работает, там, пользуется этими полученными знаниями, мыслит в хороших отношениях, но я не жалею. Много. Есть фронт-офис в ресторанах, это официально. У нас на сегодня текучка это меньше 10%. Это опасно для этого бизнеса, потому что определенное может быть, мы закрыты для нового. Да? Вообще средняя по рынку в этом бизнесе текучка около 100% фронт-офис. У нас было 67%. От нас на сегодня людей там не выгонишь. То есть фронт-офис, он меняется по-любому, но если я перестану им давать знания, просто надо понимать, какие знания давать фронт-офису. Всем полностью. Нельзя выборочно дать знания людям. Они все должны быть в одном поле. Я об этом вообще не думаю. Если я кого-то научу, он уйдет, пусть уходит. Хуже будет, есть там поговорка, я не помню чья. Хуже будет, если он не научится и останется со мной работать дальше. Я поняла, о чем вы говорите. Но вы не анализировали именно, сколько вы потратили, а сколько людей ушло. HR анализирует. Много. В первый месяц мы начали тратить, мы начали тратить деньги на обучение вместе с началом трансформации. И первый год все менялось. И сейчас продолжает меняться. Точно 40% где-то текучка первый год. Але те, що я знаю, зараз підтвердьте або спростуйте, що раніше, як ви казали, прийшли вчитися. Кожні півгодини, година звільнялася людина, да? Там було на сьогодні. А на сьогоднішній день, знаю, що стоїть певна можливість, щоб прийти в вашу компанію, да? Треба постояти в черзі, щоб прийти працювати. Скажіть, а яка у вас существує мотивація к знанню? Тобто, це наша корпоративна культура, ви вчитесь кожну суботу, чи чоловік заінтересований отримати ці знання? Тому що надо йти з двох палки і по-разному персоналу для них. Первые полгода я прилагал усилия для того, чтобы убедить людей в том, что нужно учиться. Я показывал своим опытом, там, исполнительный директор, мы ходили, учились. Потом, вот это, как для меня, это лучше мотивировать. В общем, после того, как человек попал сюда, например, в Могилянку, дальше мотивировать не надо, всем уже прикольно учиться. Но если вы заказали тренинг, я не буду говорить, там, где-то по управлению временем, и вам 3 дня подряд провещали то, что неприменимо и неинтересно, тяжело людей смотивировать пойти второе такое мероприятие посетить. Когда приезжает эксперт из Москвы или эксперт там откуда-то, который там поработал в Нью-Йорке с сетью Starbucks и читает лекцию по сервису, это одна история. Когда вы берете какого-то, извините, проходимца, который думает, что он знает что-то про сервис, это другая история. То есть знания должны быть. Люди, которые их получают, они должны понимать, что они их применят. Отдел продаж до этого не получал никаких знаний, а потом резко начал получать знания. Они говорили, мы все умеем. В общем, этой проблемы нет. На сегодня у нас все готовы платить 50%, оплачивать обучение. То есть есть тяга, люди побачили в этом ценность и готовы сплачивать 50%. Да, мы очень качественно, когда мы подходим на сегодня. Мы уже сделали кучу ошибок, и мы знаем, по сути, плюс-минус, что нужно, что не нужно делать. Okay. Но это не сразу получилось, и кучу разных... Уровня, вы знаете, что нужно. Да, мы сделали библиотеку корпоративную, и ее читают. У нас водитель, там недавно я его застал за книгой «Цель», про процессы и про всю историю. Вот, поэтому... Окей. Добре. А тоді... Давайте подивимося. Ми подивилися на візію і на цінності, а тепер яким чином ви досягали результату? Это клієнт-продукт. Тобто місія – це наша місія, вона місію компанії і елементи. Родилась при роботі над клієнтським рядом, там дуже все складно було. По суті, це временне, вона почалась временного ділення по потребляємій цінності в ресторані. Вот так. Это тарапыга, да, это те, кто приходит к нам пообедать. То есть это человек, он имеет определенное количество времени, и в это количество... Для него самая большая ценность – это
Цена, качество и время. Ему нужно понимать, что мы заботимся о том, что мы знаем, у него есть время ограничено, он хочет заплатить определенное количество денег и за него получить определенный продукт. Вот так выглядит. В каждом у нас продукте есть хардовая часть и софтовая часть. Харды – это ядро, там, где продукты, грубо говоря, да, и да, напитки. И софт – это то, что на самом деле имеет ценность. Ну, по нашему примерно представлению и наблюдению, вот это около 30% ценности представляет, это около 70%. Может, ті речі, для... які схопити нібито не можна, да, вони більш цінні, ніж їжа і напої. Да? Это меняется в зависимости от там, да, психо... Ну, при плюс-мінус це где-то так виглядить. Що найголовніше для цього клієнта, от якщо ви проводили, що тут в софті? Здесь вот это скорость і фіксировано. Все. Мы на сегодня чуть вычистили уже эту историю, она стала еще проще. Проблема... Сейчас. Это пивболист. Это другой клиент, да, все пабы, они, да, связаны, пивные рестораны с просмотром футбольных мероприятий. У нас культура в стране спортивная, она одна, она футбольная. Больше у нас, если в Америке вы зайдете, там в каждый час в пабе кто-то сидит и смотрит там какой-то вид спорта. Она мультинациональная, там куча разного спорта. И у нас она более такая. Тут самое главное, чтобы атмосфера была драйвовая. То есть мы тут софтов очень много сделали. У нас тотализатор есть. Мы клуб создали, пивболист на сегодня. Он там год мы с ним поработали. Да? Флешмоб был у нас с гостями. У нас такой персонаж там был, веселился, ходил. И около футбольная тема была. На сегодня мы это все упростили, остался тотализатор. А можно, да, назад да. Вот давайте подивимося, є продукт. То есть задача была создать атмосферу на футбольном стадионе, перенести ее в, да, внутрь ресторана. И основная задача, что попити пиво може с тим, щоб переглядати футбол, будь-хто і в будь-якому пабі, правильно? Ваша диференціація була тут, що ви зробили автентичну атмосферу. За рахунок чого? За рахунок тих самих аніматорів, персонажів, бачу, футбольних темах, тобто футбольні... Да, ми, да, десь футбольна форма у нас своя. Это все в день футбола там в футбольной форме, в определенной. Персонаж вот этот был, флешмоб. Ну, то есть мы буквально там 2 недели назад это все уже переделали, и мы проработали с этим продуктом больше года, мы анализировали весь год его, и на сегодня мы пришли, что нам лучше там внимание свое сфокусировать на немного других продуктов. Это не страшно, с ним больно расставаться, конечно, со всем этим, потому что много этого всего положено, но правило типа золотое, если решил, то надо. Да. И пятница, это очень популярная у нас, это вид отдыха такой, он во всем мире популярный. Это люди, если там среди недели вы приходите просто выпить пиво, расслабиться, то в пятницу конкретно приходят перезагрузить полностью, переустановить платы, программное обеспечение. Мы в этом помогаем, очень, мы сами очень любим пятницу, мы всех поздравляем с пятницей, у нас пятница, суббота, мы с праздником всех поздравляем, там постоянные наши гости уже привыкли, у нас задача такой маленький Новый год создать. Пятницу. Прям чтобы елкой даже пахло, да, чуть-чуть вот так. И под это у нас тоже целая команда работает. Мы с этим, вот с этими софтами мы постоянно работаем. Каждый хакатон мы стараемся раз в 4 месяца изменить. Эти софты чуть докрутить, полностью поменять. То есть у нас на входе встречают ребята с наливочкой. Мы их сами производим и поздравляют вас сразу с праздником. Это уже вас делает улыбчивыми. И дальше с нами одни из лучших кавербендов Украины работают. Ребята все с праздником поздравляют, шоумен хороший у нас. Ну, в общем, мы накидали всего того, чтобы прям праздник получался, да, но при этом, чтобы он не был навязчивым. Утомленной матрицы это роль, ну, это по сути все мы вечером после работы, там кто-то после учебы, да, то есть это надо понимать, что у нас бизнес пивной, и, ну, вот сейчас, да, ресторанный бизнес, который есть, эта концепция, она связана с пивом. Пиво – это алкоголь, и в первую очередь там люди приходят расслабиться. То есть там не поесть, а просто расслабиться чуть-чуть, и мы всячески каждый вечер помогаем им это сделать. Здесь эти софты можно, их мы убрали.
И биртурист. Биртурист – это роль появилась, она новая у нас. Мы ее взяли, исходя из новой концепции, исходя из концепции объединения в одном месте лучших пивных традиций и культур. Да? Мы это стараемся с трендами на сегодня смешивать. Мы работаем там, с культурой Англии, Германии, Чехии, Бельгии, США и пытаемся работать с украинской. Но сегодня начинаем, первые шаги делаем. Мы это все в одном месте объединили, и когда бы вы к нам не пришли, или пообедать, футбол посмотреть, в пятницу там отдохнуть, вечером посидеть, так или иначе, наша задача сделать, чтобы вы соприкоснулись с традициями пивными, с культурами. Мы делаем сейчас очень интересные дегустации пивные, мы работаем с маленькими пивоварнями, с крафтами мы их поддерживаем, чтобы они могли реализовывать у нас свое пиво. Мы очень большое внимание уделили меню. Мы собрали, постарались собрать из всех этих стран лучшее там, пивное, что у них есть. Очень нежно с этим поработали и продолжаем работать. У нас планы на этот год. Мы хотим поработать с 6 шеф-поварами. Со всего мира их привезти хотим и докрутить меню, то есть сделать вообще его очень-очень интересным. То есть добавить аутентичности. Мы верим в то, что все-таки американский повар нам поможет как-то крылышки посмотреть на них по-новому. Андрій, да. А питання от з цим біртуристом. Тобто ви обрали декілька пивних культур, сфокусувавшись на яких ви зрозуміли, які там їжа яка важлива і які сорти пива, правильно? І тепер, сфокусувавшись, ви надаєте такі дні італіянського кухні, або ну, дні англійської. Дві тижні ми робимо, так. Да, два тижні у вас триває такий сет, да? Ми, да, ми изучаємо там пивну. Вот сейчас у нас йде шотландська, да, у нас там блюда із баранини в основному. І у нас на кожні вихідні вас зустрічають там ребята в шотландських костюмах, вони вам наливочку дають. Ну, це інтересно на самом деле. Окей, давайте подивимося. Є відео, яким чином відбуваються от дні англійської кухні, да? Тобто, окей, це реальне відео, це не є там якась постановка, да? Це... Ми діяли з ребятами теж, тут Ліга Україн допомагали нам. До речі, це допомогли зробити так само випускники Києво-Могилянської бізнес-школи, так? Так. Ні, просто... Просто річ у тому, що люди, друг друга, люди говорять однією мовою. Да? Люди говорять однією мовою. Це змогли... було, якби ми довго, правда, ждали, ми сиділи за півтора, поки хтось бокали, то закаже пиво, тому що почему-то, коли потрібно, ніхто англійське не заказує. Да, щоб внезапно вийти і всю цю історію зняти. Мы здесь сейчас много тратим, в общем, время на то, чтобы роль биртурист сделать. Вот сейчас весь хакатон будет посвящен ей, этой роли биртурист. Мы там сейчас прям хотим, чтобы когда... У нас 50 кранов с разливным пивом. И это достаточно большой дискомфорт тоже некоторым создает. Там есть такое понятие, как упущенная выгода. И она там
прямо, и мы хотим это сейчас решить, эти боли, очень интересно, нестандартно решить. Наша задача, чтобы каждый, кто к нам на сегодня пришел, он почувствовал себя таким пивным путешественником, немного познакомить с культурами, с традициями. Такая история, которая, вот тут вызовы есть, с которыми мы столкнулись, это первый вызов, это сопротивление изменениям. И он где-то так, чтобы я перестал прям его на себе чувствовать лично, это прошло где-то, ну, наверное, года полтора. На сегодня любое, то есть уже даже нет вопроса, что есть что-то новенькое или нет, есть просто обычный процесс, который подразумевает под собой изменения. И, ну, он уже, скорее всего, это часть компании. Не скорее всего, а часть компании. Но первый этап и первые полгода было очень тяжело мне, и там я хотел, чтобы все получалось с первого раза, но это не бывает с первого раза. И это сейчас я уже могу вам легко так сказать, что это не бывает с первого раза. Но типа, я очень злился. Да. И это недостаток знаний, это тоже. И страх выглядеть некомпетентным. То есть для того, чтобы что-то сделать хорошо, иногда нужно обратиться к кому-то, кто это хорошо делать умеет и имеет какой-то опыт. Это тоже определенная сложность. С этим, ну, особенно у собственника, потому что, ну, я сам все. Потом страх будущего, страх упустить настоящее, с этим вообще очень сложно было, особенно если бизнес приносит доход, и он, ты его считаешь успешным, для нас это был тоже определенный, и мы не знали, что мы получим, да. Ну, то есть нам говорили, там, это будет лучше, но пощупать это невозможно, и... Все это гипотеза, да? Да. А достаточно. Тут есть... Те, що приносить. Любая стратегическая идея вообще это гипотеза. Короче, пока вы ее не проверите, она будет оставаться гипотезой. Страх потерять власть это очень сложно, как оказалось. И не та, намного сложнее, чем мы думали. И только сегодня, вот спустя там полтора года, больше даже, да, уже мы потихонечку там делегирование, это все у нас. То есть из культуры вышла авторитарность. Культура очень авторитарная у нас была. И от меня она исходила в первую очередь, она передавалась там топ-менеджерам. Это прям... И страх потерять будущее, страх потерять власть, это не только у собственника, а у всех, да? Да. У всех сотрудников. И самая большая у них, мне это что, ну я там по сути условно власть теряю. Или не теряю. Хотя на сегодня я хотел уволить человека за не долив пива. То есть, ну там по факту не долили пива в бокал где-то грамм 50. Ну у нас-то преступление конкретное. Все. Ну я говорю, да увольте его. А мне ты черпишь, а мы не можем. У нас не описано это как причина для увольнения. Мы там должны сделать так, так и так. Я на попу сел сразу и думаю, доигрались в общем. Бюрократия. Ну человек продолжает работать. Я его очень люблю на самом деле. Мы в него столько вкинули там... усилий своих. Мы каждого человека очень много на сегодня. Каждое увольнение на сегодня это большая потеря для компании, но это неизбежность. В общем, это произошло. Да. Да, там целая у нас история. Да, мы контролируем это, да, очень сильно. Мы на это потратили где-то год, на эту систему. То есть система контроля очень серьезная у вас это. Да, и у нас есть и субъективная, которая по чувствам и впечатлениям, и конкретно по, да, есть. Увольнять человека, на ваш взгляд, надо после какой ошибки, после первой? Вообще нет такой ошибки, ну, за, если он специально начал делать ошибки, вот тогда его надо увольнять, потому что ему лучше в другой компании, и, скорее всего, это для него будет лучше, чем даже для нас. Значит, что-то не так между нами. Ну, так получается. Вообще, для меня управление людьми, это, ну, очень сложная боль. Для меня не боль вот двигать компанию вперед, мотивировать всех, а я, наконец-то, нанял HR, и мы... Этим он занимается успешно, ему это нравится. И нет, людей. У меня есть просто, так как у меня вот эти реактивные реакции все равно остаются еще. Конечно, я иногда хочу так. Но вот этот человек может. Ну, сами правила, они меня. Я ограничил себя правилами. Да. Что? Компания ограничила меня правилами, я уже не могу махать чашкой. Я могу помахать, походить так, посмешить. Тобто працює це через систему, а не через емоції. Да. І це для мене теж боль і визов, тому що я привик по-другому. І все. Визов – це вот эта самая большая опасность, которая может быть. Это
Если собственник об этом рассказывает, а фронт-офис у вас работает так, то ну, это печально. Не, там прочитать, а еще не видно, да? Это, да, это, я не знаю, кто он. Герман Греф? Да, это Сбербанк, это он рассказывает про блокчейн, про Big Data, там, про Machine Learning, про Deep Machine Learning, про Agile, а сотрудница в банке говорит, где карту отправляли, туда идите, где карту оформляли. То есть нужно понимать, что это должно быть или комплексно, или лучше никак. Это про стратегическую коммуникацию, этот вопрос, он, в общем, для меня самое основное, которое может быть во всей трансформации, это то, как вы занимаетесь этой историей стратегической коммуникации. Если... Скільки часу ви приділяєте на стратегічні комунікації? Що це означає? Стратегічна комунікація у вас в компанії? Щодня, щотижня, щомісяця? Ми міняємо. Я раз в неділю розмовляю об этом з топ-менеджерами по понедельникам. У мене є презентація, яку я постійно міняю. І візія, місія, цінності, цілі. Мы об этом разговариваем. Есть у каждого топ-менеджера своя презентация. За всеми закреплены определенные ценности, определенные роли гостей, бренд, цели. И вот у нас сейчас 3 ресторана. В каждом ресторане раз в неделю проходит встреча. И всем об этом рассказываем. Тобто, правильно я розумію, раз на тиждень є зустріч власника або генерального директора з топами, да? Да. Де обговорюються ті речі, які нібито зрозумілі, але з інших путів, і ми між собою говоримо, окей, ми йдемо, не йдемо, робимо, не робимо, що з цього приводу робити, правильно? Да, по-разному просто. Да. А далі спускається це нижче, тобто керівник кожного підрозділу, це ресторану у вас. Три раза в неделю они об этом рассказывают. Каждый менеджер имеет 3 встречи в неделю с сотрудниками для того, чтобы рассказать об этом. И на самом деле это кажется смешно, кажется много этого, но по-другому оно не работает. Мы пробовали делать это реже, мы пробовали вообще этого не делать. И все сразу останавливается, скатывается. То есть вокруг все строится вокруг общения, вокруг коммуникации, вокруг обсуждения этой идеи, вокруг ее трансляции. Только останавливается трансляция, но одна там идея долго дальше не живет. Там везде вакуум, я его называю, появляется, туда залазит все что угодно, только не стратегическая идея. В этот вакуум. Это для собственника, то, как для меня, что было важно, это фокус на стратегической идее на сегодня. Он и больше они ни на чем, по сути, не фокусируются. Это тоже определенные усилия на это нужны, но это помогает компании и мне. Это... Отказ от операционного управления, это вообще было самое болезненное, что я мог сделать, но вот на сегодня я могу сказать, что от него отказался. Ну, чуть-чуть там есть. Операционное управление. Мне когда-то сказали, что это определенный вид шизофрении, когда ты собственник и операционно управляешь бизнесом. Я не поверил, но сегодня я могу подтвердить это. Это сложно, и я не смог. Может, кто-то там сможет. Я, в общем, у меня не получилось. Это все вместе делать. Это стратегическая коммуникация, это основная моя задача вот это на сегодня, как генерального директора, вот это. И вот это. Больше у меня нету задач, и на сегодня я себя совершенствую в этом и в этом. И моя основная задача постоянно убеждать и транслировать топ-менеджерам, что это их основная задача дальше. Отслеживание трендов. Это тоже я этим занимаюсь, я там маркетинг, но больше я, наверное. И тестирование идей, и корректировка постоянно. Окей. Ожидание топа во время трансформации. Да. Давайте еще це, и далее мы переходим до питаний и відповідей. Топ должен стать носителем идеи, это очень важно. Когда я идею делал, я ее постоянно обсуждал с теми ребятами, кто будет дальше транслировать. И я не могу, что полностью у меня получилось достичь вот этого ощущение того, что это их идея тоже, но они думают, что это нужно, она по сути моя должна быть, потому что я собственник, но они полную сопричастность к ней чувствуют. То есть они обсуждали, они корректировали, они говорили, как бы они хотели это видеть. И они должны стать этим человеком. В общем, стратегическая коммуникация, идея на всех уровнях, это ну, основная задача топа, это будет давать направление компании.
Если нет этого направления у компании, нет фокуса. Нет фокуса, нет компании. То есть, ну, все просто. Это и просто в это сложно почему-то поверить всем. И, но это так. Информационный вакуум, как только вот это перестает, менеджеры вот это делать перестают, сразу появляется информационный вакуум, он там такими вещами иногда может заполниться, что потом, ну, ничего туда больше не залезет. И вот эта готовность к большому количеству итераций, объяснения смыслов, идей, то есть... Одну презентацию надо понимать, что вы там больше одного месяца показывать никому не сможете, а у каждого из топов там их две. Им нужно каждый месяц ее менять. Нужно искать новые образы, новые какие-то штуки, с помощью которых можно это красиво и интересно объяснять. Это достаточно трудоемко, это требует от них навыков, новых скиллов, то, с чем они не сталкивались, и саботировали очень долго. То есть сказать так, чтобы это заработало, это последние 2-3 месяца, это как часы уже. До этого я постоянно сталкивался с саботажем на всех уровнях. Я просто это переборол. И все. То есть объяснить важность этого сложно, это можно только показать. Это у меня так, может, у кого-то другие топы. И вот это. Ну, это мы считали так. Как вы его мотивировали это делать кому еще раз? Ну, он не сделал презентацию. Я говорю, молодец, давай еще раз попробуй, пожалуйста. А, то есть только таким путем? Да, давай, при всех, давай, а так давай, один давай. На один мог по-другому ему сказать, да. Я постоянно делаю свои презентации, я их постоянно меняю, презентации. И они видят, как можно это делать. Если, то есть они берут пример с меня. Я делаю презентацию раз в месяц для всех сотрудников, собираю. И я постоянно, я могу там про тренды сделать презентацию. Она довольно интересная. Она практической ценности, может, мало им несет там, официантов. Ну, ее всем интересно послушать. Я ее красиво делаю, они смотрят, как можно сделать, и видят. У них сейчас на сегодня презентация очень крутая у всех, и я прям горжусь. И там маркетинг, когда рассказывает про силу бренда, там целое приключение. И вот это сонастроить идею и с мечтами путем каждого сотрудника, это я этим занимаюсь с топами. Я не уверен, что они на сегодня этим занимаются, но это для меня им донести, объяснить, это очень круто. И вот тогда все идет и работает, когда все понимают, как они сонастроены с этим. Все, так сказать, вибрируют, все тогда круто. Но это самое сложное, это вообще такой пилотаж. Это может опять же у кого-то проще. Это я делюсь своим опытом и то, как у нас это происходит. Про планы. Это создать украинскую пивную культуру и глобальную ресторанную группу сделать. Это там есть другой проект, который работает с другими концепциями ресторанов. То есть у нас там, по идее, через 10 лет должно быть около 105 ресторанов по всему миру. Не только пивных, а в 5 концепциях мы собираемся работать. Все. Спасибо. А если вы эту цель не достигнете, как вы себя наказываете? Не, мы можем... А зачем себя наказывать? Мы поставим более амбициозную поставим. Где-то год назад были цели, год назад в целях было у нас открыть 25 ресторанов за 10 лет. На сегодня 105. Через год, скорее всего, мы поймем, что мы способны на больше. Да. Сейчас 3, да? Да. Они все, вот первыми были, кто на этом городе. Понравилось все. Почувствовали вкус, то есть то, что вы рассказали, это действительно оно, ну, доходит до слуха, это культура, это все воспринято было. Это на 8 марта вот команды ходили, я наших девушек поздравлял, потому что все остались довольны. Сподобалось. Скорость обслуживания и четкость будет через столько, да. Даже раньше. Нас это просто. Смотрите, у вас 3 ресторана, остальные по культуре, по стилю, по идее, они... Такие же, как пивная номер один? Нет, пивная номер один — это первый бренд там наш, который был. И мы сейчас с ним прощаемся. Со звездой? Ну вообще, мы его нету уже, да. И мы сейчас его закроем через там полтора месяца. Переделаем. Еще что-то, я видел. Съездите на Харьковский очень. На Подняках? Будете удивлены, да. Тобто... Пивная номер один – это старый бренд. Вы відчули смак старого бренда. Теперь маєте спробувати смак нового. Все, что можно сказать. Мы все изменили. А новый как называется? This is Pitbar. А на сайте вот есть бассейн и девушка. Вот, а какой сайт? Сайт. Нет, This is Pitbar. This is Pitbar. На Пресненецкая 4. Дробь 2. Да.
Окей, друзі, давайте тепер подумаємо. Ми побачили приклад трансформації. Людина, яка так само, як і всі ми, ходила там по цих вулицях, далі зайшла на поверх, далі спромоглася подумати і взяти на себе відповідальність втілити. Зустріла партія. Ну, да. Да. В принципі, давайте спробуємо. У нас вже поділа зділена, ми теж його втілили. Перший момент. Які є питання на цьому етапі? Які є питання у вас на цьому етапі до історії, яку ви почули? Бо, в принципі, ви переживаєте подібний досвід. Мається на увазі, що ми зайшли, ми схопили певну ідею, да, про що йдеться. Яким чином можна змінювати, збільшувати, мультиплікувати, розвивати власні напрямки бізнесу. І побачили, як це може бути зроблено. Які питання зараз, на поточний період? Будь ласка. У мене такий більш філософський вопрос. Скажімо, після стратегічної ідеї з Центром Савруковим, да? Я тут сиділа вся, і я вже 50 разів розказувала, що я боялась вийти на вулицю, тому що я розумію, що у мене є філософія якась тепер, якась нова. Да? Я не розумію, як її нести дальше. У меня нет вот чем больше я слушаю ребят, которые здесь выступают, и которые делали трансформацию, да, такую, там тот же Володя Патиса или вот Андрей сейчас. То есть человек должен обладать какими-то вот лидерскими, что ли, способностями, да? И как вот Андрей. То есть я когда после этого курса я стала сомневаться, что я вообще на своем месте, да. Вот там очень такой был философский вопрос, ты можешь быть лидером, а можешь быть не лидером, а можешь быть рядом с лидером, скажем, да. Вот. Что тоже неплохо. Что тоже неплохо, да. Но я, например, сейчас там руковожу своей компанией, да, и думаю, блин, а с чего я взяла? У меня мой ребенок спрашивает. А с чего ты взяла, что ты главная? Для меня это, для меня это вопрос, да, то есть как только я поняла, что я должна эту философию донести до своих людей в компании, да, я, например, там не вижу в себе сейчас только, как это сделать, блин, как? Тобто в чому питання тоді, скажіть, з чого почати, як так має статися? Як Андрій, наприклад, з чого почав, не знаю, як він взагалі, з чого почав, як говорити з людьми з нею? Ну, собрав я всіх, значить. Собрав я всіх. Да. Саме складне для мене було произнести слово місія, цінності. Перед всіми вслух. Я произнес. Я произнес их и увидел в глазах полное непонимание. Это было второе самое страшное сомнение. Но я не сдавался. Как вы себя мотивировали на то, что вы сдаваться не будете? Потому что очень сложно. Да я не мотивировал, я загорелся этим, я понял, что это нужно сделать. Если не я, никто больше этого делать не может. Вы или делаете, или не. Ну как можно там встать со стола? Взять и встать, все. Вот все дела. Ну там. Что руки не опускались. Вы видите, просто вот сидит, нет преподавателя. Я сказала, я не буду, потому что когда я вижу непонимание в глазах абитуриента, мне хочется встать и дать битой по голове. Поэтому я не зашла. Ему. Чего ему? Потому что он А. не хочет, Б. невнимательно слушает, и С. полное отсутствие любого интеллекта. Это просто, может быть, мы не так говорим. А он пришел на кухню чет, который ему не нужен изначально. Я ж вижу это. Я не пошла, поэтому вы же не можете отказаться от своего бизнеса. Вы туда вложили силы, здоровье, деньги, все остальное прочее. Как вы себя как бы пытались загнать в эту струю, чтобы вы каждый день давай и произносить им эти слова? Визя, я в общем, когда родилась Визя, ага. Я вот так встал, у меня грудь колесом. И до сих пор она так. І я хочу це зробити. Тобто, дивіться, це дуже дуже важливий момент. Якщо візія друга, і у вас грудь не колесом, зачем вона нужна? Дивіться, це взагалі річ йде про амбіційну ціль.
Амбіційна ціль зажигає людей, вона челенджить, да, вона ставить виклик. І тоді ти вкладаєшся в це. Але питання в тому, що ну, є така теорія на біохімічному нейрорівні. Візія драйвить тільки 10% людей. Да? Але ці 10% людей – це умовно типаж лідерів, які спроможні брати на себе відповідальність, які спроможні працювати з довгостроковим результатом, які, для яких це ну, сенс життя. Вони готові. Якщо їх не драйвить, вони не будуть за мільйони це робити. А от за ціль амбіційно, то треба шукати таких людей, які підтримували вас, да, оці 10%.